пришел к Паку. Паку? Нет здесь никакого Пака, чувак. Вали. Вы абсолютно уверены? Он в кабинете. На втором этаже. Помогу! Нет! Нет! Не надо!
Мэдисон Пейдж. Что она здесь делала? Пуля точно между глаз. Мгновенная смерть. Пыльца орхидеи. Чертов мастер оригами. Пако Мендес не святоша. Список судимости с телефонный справочник. .45 калибр, полуавтоматический. Его карман. Я оторвал его в драке. Два чека с одной заправки. Занятно. Снова Мэдисон Пейдж. Она может быть свидетелем. Убийца здесь что-то искал. Пора идти. Надо все хорошенько обдумать. Я весь в ледяном поту. И руки трясутся. Надо возвращаться в гостиницу. Подозреваемый мертв. Меня пытаются убить. Кажется, я напал на верный след. Пако знал убийцу. Вот почему его убрали. Там было темно, и все произошло так быстро. Я не разглядел его лица. Черт, это тупик. Дорога в никуда.
Эта работа меня с ума сведет. Этот урод чуть не свернул мне шею. Последнее время меня только и колотят, как боксерскую грушу. Убийца мог оставить какие-то улики.